Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты! Новый вопрос от подписчика канала. Откуда берутся картерные газы и вообще из чего они состоят? Что это такое? Многие не знают, что существуют картерные газы. Но сегодняшняя тема видеоролика именно об этом. Друзья мои, что такое картерные газы? Картерные газы – это частично выхлопные газы. Каким образом они попадают в картер? Да все очень просто. Когда у нас происходит сжатие топливно-воздушной смеси, потом воспламенение, взрыв, соответственно, ну, кто как называет, взрыв, воспламенение, но я называю это взрывом. И в любом случае не бывает идеальной герметичности по поршневым кольцам, когда двигается, соответственно, поршень, и в любом случае через зазоры, через малейшие вот эти всякие там, которые там все равно есть, существуют вот эти маленькие зазорчики, термозазорчики и всякое такое, неизбежно проникают выхлопные газы в картер нашего двигателя. Но это еще не все. Как проникают выхлопные газы в картер нашего двигателя, так и топливо проникает. А каким образом? В такте сжатия, когда топливно-воздушную смесь сжимает наш поршень, опять же, через негерметичности, колец там в цилиндрах, в общем, цилиндра поршневой группы, в любом случае там идеальной герметичности не будет, и в любом случае неизбежно топливно-воздушная смесь проникает частично в наш картер. И потом, соответственно, конечно же, получается так, что и пары топливно-воздушной смеси, и выхлопные газы, и все это в куче, получается, смешивается в нашем картере, это, получается, картерные газы, и они выводятся через сапун, для того, чтобы повторно сжечь, потому что все-таки остатки топлива в них тоже есть, это нужно сжечь, они выводятся через сапун, попадают во впуск и таким образом сжигаются по цилиндрам. Вот так работает система вентиляции картерных газов. А выводятся они для того, чтобы они не попадали в атмосферу. Потому что из-за того, что в них содержится много вредных веществ, как незаревшего топлива, так и выхлопных газов, поэтому их и перенаправляют во впуск двигателя. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока. Задавайте вопросы в комментариях.